С чего, собственно, все началось? Почему ты решил выбрать Ruby? Ruby писался для того, чтобы код на нем выглядел лаконично. Инстаграм стартовал на Ruby. Насколько у рубистов далекое будущее? Там у людей есть деньги, и они хотят эти деньги тратить. Главное, чтобы у тебя был просто доступ писать текст, хоть в Word работать. Сложно ли новичкам вообще войти программирование через Ruby? Да, я люблю то, что я делаю. Ну, то есть мы можем дойти до 10 тысяч. Наша главная направленность — это перформанс языка. Фреймворки, библиотеки. Какие самые популярные есть у Ruby? Это было, когда я еще пешком по стул ходил. На самом деле, точно так же можно спросить, почему рельсы отвратительны. Единственное, что я могу сказать с уверенностью, это что в ближайшие 5 лет Ruby не умрет. Привет, это Натив. Сегодня вечером поговорим об IT не только. Ребят, хороший вечер для того, чтобы на нашем канале сегодня поговорить про язык программирования, который мы ранее не упоминали. Этим языком будет Ruby. Если мы ведем разговор про Ruby, конечно же, мы говорим про его популярный фреймворк Ruby on Rails. Что за язык программирования Ruby? На что он синтаксически похож и чем отличается от других языков программирования? В чем прелесть фреймворка Ruby on Rails? Во всем мне поможет разобраться наш наставник и практикующий разработчик Владислав Демьянович. Влад, привет! Я рад тебя видеть у нас в гостях. Будет вдвойне интересно поговорить, потому что про то, с чем ты работаешь, кем ты являешься, мы еще на нашем канале не беседовали. Прежде чем я тебя спрошу об этом удивительном языке, мог бы ты мне немножко рассказать про себя? Сколько тебе лет, что ты сам заканчивал и, собственно, как ты попал в айтишку? Привет! Меня зовут Влад, мне 23 года. Учился я в Беларуси в БГУ на Мехмате на математика, специалист по информационным технологиям. Сложная специальность, но как есть. Работаю я с третьего курса, работать стал сразу рубистом. Ну и вот с тех пор уже 4 года я работаю рубистом. Основной вопрос, с чего, собственно, все началось? Почему ты решил выбрать Ruby? Вот это самое интересное. Я люблю так говорить, что обычно не люди выбирают Ruby, а Ruby людей. Потому что каким-то другим языкам программирования есть плюсы, Python, JavaScript, им учат в универах, для них множество курсов, они очень распиарены, и туда попасть очень легко. Ты хочешь, хочу попасть в IT, и пошел там на Python. С Ruby все немного сложнее, даже ребятам, которые учатся в ВУЗе, то его нигде не преподают. И я тоже попал случайно, как и все мои знакомые рубисты попали все так или иначе случайно. Когда-то в универе я участвовал в каком-то, назовем, соревновании для программистов такой компании, как и Transition. Потом они позвали какой-то скуп людей с этого соревнования к ним на курсы, и на этих курсах распределительная шляпа меня посадила в Ruby. Вот. Что интересно, выбирать технологии было нельзя. То есть ты приходил, тебе вот просто говорили, ты идешь туда, ты идешь туда. И да, я попробовал Ruby тогда, потом мне курсы Transition не понравились. Я слез оттуда, так сказать, с середины, и полгодика я в универе продолжил пробовать то все, все языки, другие языки. Ну и потом мне кто-то написал, какая-то компания написала, говорит, погнали к нам на собеседование, я пошел. И вот я тут. Понятно. Будет два уточняющих вопроса. Смотри, ты сказал, что после условно-практической лаборатории Transition ты еще попробовал другие языки. С какими языками ты пробовал знакомство? Я пробовал большое количество языков и технологий. За все время пребывания в университете мне программирование очень нравилось. Я что-то, так сказать, потенциально могло мне быть полезно, то я и пробовал. Если так по порядку, то, наверное, чему я больше всего времени уделил, это C++. Это было только для универа. Хрестоматийная вещь. Да. Фундаментальная. Потом C-Sharp для Unity разработки игр. JavaScript для фронта. Python для каких-то математических алгоритмов. Какие еще языки были? Ну, наверное, это такие самые основные, которые идут в голову. Широкий спектр. Ну, да, было большое количество еще таких не попсовых, которые, так сказать, даже вот открывая список популярных, и там их даже в топ-40 не будет, но было интересно, пробовал. Ты сказал очень интересную вещь. В ВУЗе, к сожалению, либо к счастью, про Ruby
особо ничего не говорится. В принципе, не говорится. Как ты считаешь, почему и хорошо ли это? Совсем недавно вот были на конференции, мы, и там выступал создатель Рубей с вводной речью. И он рассказывал, ну, он каждый год рассказывает, куда движется Ruby комьюнити, чего он вообще хочет. И вот мы стояли, обсуждали, в чем все-таки основная проблема Ruby, если он такой замечательный. И мы пришли к тому, что изначально, возможно, направление языка было выбрано не совсем то, которое могло сделать его каким-то суперпопулярным. Надо понимать, что Ruby — это, как любит говорить его создатель, который все еще его развивает, это его хобби. То есть ему просто очень нравится над этим работать, и он над этим работает. А чтобы язык был популярный, его надо как-то пропихивать в массы, причем пропихивать в массы с низкого уровня специалистов, то есть какие-нибудь вузы его пихать и так далее. У Python получилось это намного лучше. Python стал таким языком для новичков. Ruby таковым не стал. И сейчас заменить Python на Ruby уже, мягко говоря, невозможно, потому что у всех на слуху не Ruby, а Python. И студенты будут, мягко говоря, в недоумении, если к ним придут и начнут вместо Python рассказывать Ruby. Uh-huh. Вот. Так что, ну, мне кажется, что проблема в том, что его не пропихивают и не пытались никогда пропихивать на какие-то вот такие вот способы входа в программирование. Интересно. Ну, ты, собственно, сам начал. Расскажи мне, пожалуйста, про историю языка. Кем, когда, зачем и почему? Языку уже больше 20 лет. Наверное, где-то около 25-26. Где-то в 96-м году вроде его начали разрабатывать. И, как я уже говорил, его создатель. Создатель его — это такой японец в рубишном комьюнити, он известен как Мац. Насколько я помню, он начал разрабатывать Ruby, как я уже говорил, как свое хобби. То есть ему нравились какие-то языки и какие-то аспекты других языков программирования, но ему они не нравились в целом. И он захотел написать язык программирования для себя, и вот начал писать. 2 или 3 года он писал, и первое время язык был доступен только в Японии, причем по причине того, что документации на английском просто-напросто не было, была только документация на японском. Вот. И потом еще через год-два появилась документация на английском, и он пошел в мир. Вот. Это такое зарождение Ruby. Потом в году в 2004-м начали разрабатывать Ruby on Rails. У языка, так сказать, появилось то, как его использовать широкими массами. Он рос, но рос не очень быстро, потому что в то время у Ruby были очень серьезные проблемы с производительностью, которые не позволяли все это хорошо масштабировать. В 2009 или 2010 году, может, даже чуть позже, выпустили новую версию Ruby, которая, я бы не сказал, что полностью искоренила эти проблемы, но она их знатно приуменьшила. Знатно приуменьшило, да, эти проблемы. И вот не помню я год, но вот в тот момент, когда это вышло, популярность Ruby резко взлетела, условно в 3-4 раза количество проектов на Ruby увеличилось. Вот. И с тех пор он занимает свою нишу, скажем так. Вот ты рассказал достаточно такую интересную и коротенечкую историю по самому языку. Я на самом деле удивлен, то, что у него азиатские корни. Никогда бы не мог подумать. Это такой интересный подтекст. Давай так. Как бы ты сейчас мог сказать, насколько широко вообще Ruby применяется? Что можно сделать, зная этот язык программирования? То есть на примере каких-то сервисов, продуктов и так далее. То есть для чего он вообще? Ну, тут надо понимать, что на любом языке программирования можно сделать практически все. То есть, ну, есть какие-то ограничения у языков программирования, конечно, но если обобщать, то, наверное, на любом языке программирования можно сделать все, что ты захочешь. Единственная проблема в том, что те или иные языки программирования могут не очень хорошо подходить для каких-то из этих задач, и тебе придется это делать сложнее, чем если бы ты использовал что-то другое. У Ruby есть огромное количество плюсов, но есть некоторое количество недостатков. Это все еще не самый быстрый язык программирования и не самый популярный язык программирования. Из этого вырастает две вещи. Первое, мы не можем использовать Ruby для написания чего-то очень ресурсоемкого, условно, игры там делать или что-то в этом роде. А из второй проблемы вырастает, что у нас постоянно не хватает кадров. Это правда. Что же на Ruby пишут в целом?
Наверное, самый большой рынок – это, конечно, написание веб-приложений, то есть написание разных веб-сайтов, скажем так. Из популярного, что из популярного на Ruby написано? Airbnb на Ruby, по крайней мере, начинался. Вроде сейчас там что-то еще поддерживают, какие-то части приложения на Ruby поддерживают, какие-то части переписали уже на другие языки. Еще есть популярный Shopify, есть такая штука. Очень, кстати, да, популярная вещь. Все еще на Ruby и не планирует оттуда уходить. Платежная система есть Stripe. На Ruby написано. Да, тоже она стартовала с Ruby. Они сильно. Все еще что-то пишут на рубях, но и используют и другие языки, потому что ну, у всех языков плюсы и минусы существуют. А, вроде бы Instagram и Twitter стартовали когда-то на рубях, но тут я не то чтобы уверен. Можно загуглить, там пишут, типа, Instagram стартовал на рубях. Но я не знаю, насколько это правда, потому что все эти статьи, они выглядят довольно сомнительно. Смотри, мой вопрос будет следующим. Так получилось, что многие продукты, которые ты назвал в этом ряду, то есть когда ты говорил про Airbnb, когда ты говорил про Shopify, про Stripe и так далее, так либо иначе связаны с американским крупным бизнесом. Я когда-то слышал такую байку, я не знаю, насколько она правдивая. Говорят обычно, что все заказы, которые связаны с Ruby, особенно если это дело касается денег и вкусных заказов, они обычно приходят из Штатов. Насколько это справедливо? Что условно оттуда самый большой поток, в принципе, запроса на что-то сделать на Ruby. И, в принципе, там вот основная клиентская база есть. Тут я, наверное, не совсем согласен с этим утверждением. Тут проблема скорее не в самом языке программирования. Проблема в том, что американский рынок, он, в принципе, самый желанный для, наверное, для любого бизнеса. Потому что там у людей есть деньги, и они хотят эти деньги тратить. Это справедливо. Что касается американских проектов и Ruby, возможно, отчасти правда, но тут смотря, что подразумевать под американским проектом. То есть надо понимать, что есть продуктовые компании, есть аутсорсинговые компании. Если говорить про аутсорсинговую компанию, когда ты работаешь на Америку, это ну, все понятно. То есть к тебе приходит владелец бизнеса, который говорит, мне нужно разработать приложение, вот для меня я тут в Америке сижу. Тут все понятно, тут все крайне понятно. Но вот в случае с Airbnb, каким-нибудь с Shopify, с Stripe, это не совсем правда, потому что, ну, проекты-то не американские, они всемирные. Это правда. Квартиру через Airbnb можем хоть в Грузии, хоть, не знаю, там, в Японии снять, и все будет замечательно. Да, ну, у них команда разработки сидит в США. А что касается моего опыта, наверное, в целом я работал в компании, которая работает на Европу, в компании, которая работает на Европу и на Америку. Ну, я про рынки говорю, я работал в продуктовых компаниях, и у нас главные рынки были Европа, а в предыдущей компании Европа и Америка. Знаю, что в крупных аутсорсах, таких как EPAM, у них вроде есть самый крупный рубежный проект, он на Англию вообще настроен. Есть знакомые, которые работали на американский рынок, но, мягко говоря, не большинство моих знакомых. Но, возможно, просто у меня выборка такая. Слушай, ну твой пример в любом случае показательный, потому что ты правильно сказал, что у тебя в практике было несколько компаний, и это были разные рынки, то есть это не были сугубо заказы, которые приходили из Штатов. Поэтому здесь уже даже на твоем примере показательно, что все-таки не только американцы больше всего поглощают эту технологию и заказывают проектов, связанных с использованием этого языка, ну и словно рельсов при написании своих продуктов. Смотри, будет тоже такой еще вопрос про сам Ruby. Так как ты все-таки знакомился с другими языками программирования, с другими технологиями, на что похож Ruby синтаксически? И в чем бы ты мог назвать вообще его отличие? Потому что, ну, я знаю, что все языки так либо иначе похожи. То есть они там условно C-подобные, не C-подобные. Но это вот часто такая вот фраза, которая выскакивает, когда ты там спрашиваешь про какой-то язык программирования. Здесь бы тоже хотелось узнать подробнее. Я бы сказал, ну, его очень часто сравнивают с Python, потому что, ну, наверное, в какой-то степени это прямые конкуренты в разработке. И я бы сказал, он одновременно и похож, и абсолютно другой от Python. То есть он похож какими-то базовыми концепциями, но тем, как выглядит код, как ты пишешь код, это два абсолютно разных языка. Если сравнивать с чем-то еще, я не знаю, с плюсами, с Java, сравнивать, наверное, вообще бессмысленно, потому что это разного поля ягоды. Так что, наверное, самый близкий, так сказать, язык это все-таки Python. Будет Python. Возможно, просто у меня на слуху каком-то. Но я бы сказал, что, наверное, больше всего похож на Python, но больше похож какими-то базовыми концепциями, подходу к тому, как в языке то или иное работает. Именно
чуть ниже, чем написание кода. Но написание кода, как по мне, оно очень сильно отличается. А в чем его какие-то такие существенные отличия от того же Python, давай так? То есть чем он отличается, ты бы мог сказать? Ну, ты говорил про быстроту, ты говорил про узнаваемость. То есть два таких параметра есть. Ну, Ruby менее узнаваемый, чем Python. И что еще? Быстрота. Ну, на самом деле, Python и Ruby, они по скорости работы, они плюс-минус сопоставимы. Где-то Python быстрее, где-то Ruby, то есть тут по перформансу они одинаковые. В чем главное отличие, почему, если бы мне сказали, на чем ты хочешь писать, Python или Ruby, со всеми прочими равными, я бы выбрал Ruby, потому что Ruby писался для того, чтобы код на нем выглядел лаконично. И даже если люди не супер сильно знакомы с программированием, обычно можно сесть и плюс-минус понять, что вообще происходит. Ну вот у нас на работе, условно, какие-нибудь продукт-оунеры, которые вообще не разработчики, они могут открыть код и что-то плюс-минус понять, что там происходит. Про Python так, наверное, тоже можно сказать, но там, мягко говоря, все это сложнее. Временами я сам открываю какой-нибудь код, и там не всегда ты сразу понимаешь, что вообще происходит. Такой вопрос к тебе, хотя я понимаю, что я не могу его полностью тебе адресовать, но я сегодня его адресую. Почему так получилось? Почему Ruby не входит в топ-5 популярных языков программирования? Что с ним не так? Ты начинал упоминать, но все же, может быть, ты немножко развернешь вот эту вот концепцию. То есть, может, ты еще какие-то причины знаешь, видишь? Ну да, основную, наверное, мою идею я рассказал уже, когда говорил, почему он не является каким-то очень популярным хайповым языком, скажем так. Почему он не входит в топ-5? Ну, что там входит в топ-5? Python входит, Java, C++. JavaScript, наверное, тоже будет входить. JavaScript, ну вот, условно, давай поговорим про вот эти 4 языка. JavaScript. JavaScript — это вообще монополист на рынке фронт-энд разработки. И там нет вообще никаких альтернатив. Ну, как бы они есть, но можно сказать, что их не существует. И вообще не возникает никаких вопросов, почему JavaScript как бы в топ-5, топ-4 языков. Python, он монополист немного в другой сфере, он монополист уже в Data Science. То есть, когда ты открываешь квалификацию Data Science инженера, там пишут Python плюс C++. Вот. Ну, C++ вообще вездесущая штука, поэтому его там напишут. Ну и что остается? C++ и Java, которые являются плюсы просто невероятно быстрые, и их используют в очень специфичных, так сказать, областях, где, ну, не только в очень специфичных, но там, где остальные языки не очень хорошо, плюсы и чистый C используются там. И Java, который, если честно, я не совсем понимаю, как так получилось, что Java стал каким-то ведущим языком программирования. Это было, когда я еще пешком под стол ходил. Вот. Но, скорее всего, когда-то в 2006 году, когда 3 миллиарда устройств работало под Java, с тех пор, наверное, он и является. Занял свое место под солнцем, да. У Ruby ничего такого нет, и Ruby, как я уже говорил, он в основном используется для бэкэнда создания веб-приложений, а тут монополистом стать, мягко говоря, сложно. Слишком много технологий с Ruby конкурирует, это все подпитывается тем, что все говорят, что Ruby мертв уже на протяжении 15 лет. Все никак не может умереть, да? Да, все никак не может умереть. И он не хайповый. И поэтому он просто год из года он занимает стабильно одно и то же место в этих рейтингах, которые постят. Я уже устал туда смотреть. Вот. Но он всегда вот год из года на одном месте висит, и его никто там не трогает. Ну, я с тобой соглашусь. Рейтинги — это все-таки вещь маркетинговая часть. Это стоит понимать, что это не столько сугубо отражение данных пользователей, самих разработчиков, которые используют их там открытое голосование иногда. Это условно просто сбор, агрегация данных с маркетинговым подтекстом. Тебе надо презентовать ту либо иную технологию массы для того, чтобы она получила еще больше спроса и валидацию. Условно так. Ну, отчасти да, но есть же, так сказать, независимые.
Есть независимые. Это неплохо, что Ruby где-то не в начале, но это, ну, это неплохо, это просто нормально. Никто, не, невозможно такого, что все будут лучшими, все будут первыми. Ruby прекрасен для того, где он используется. Это правда. Расскажи немножко про ту версию языка, с которой ты сейчас работаешь. Когда выходило там последнее обновление, работаешь ли ты в принципе с последней версией языка? В какой среде вообще прописывается код? Вот тоже интересный такой вопрос. Что ты подразумеваешь, под какой среде прописывается код? Среда разработки. Среда разработки. То есть, с чем вы работаете? Наверное, на самых основных версиях. То есть, у нас... Я работаю над несколькими сервисами. Вот, наверное, начиная от Ruby 2.7, 2.6 и заканчивая Ruby 3.1. Почему такой разброс? Потому что не всегда очень просто обновить твое приложение до более новой версии. Обычно на это требуется большое количество сил, если приложение большое. И не всегда это имеет смысл. Вот. Это что касается, на какой версии языка я пишу. Обновления выходят регулярно. То есть... Вот Ruby 3.0 вышел год назад, уже Ruby 3.2 на подходе. Вроде бы на Рождество должны его выпустить, сколько я знаю. То в чем работаем, в каких текстовых редакторах, да, кому как удобно. Главное, чтобы у тебя был просто доступ писать текст, хоть в Word работай. А кто-то работает в Ruby Mine, я работаю в Ruby Mine, кто-то работает в Sublime, кто-то работает в Visual Studio Code. Это вот просто вспоминаю, на чем люди... у нас на проекте работают. Наверное, вот эти три — это все-таки основоположники Ruby Mine, Studio Code и этот, Sublime Text. А Ruby Mine — это чья-то проприетарная разработка, либо это как-то относится к какому-то семейству, условно, производителей типа JetBrains? То есть... Это и есть JetBrains, который изобрел IntelliJ, и потом от нее ответил большое количество разных IDE-шек. Тогда я думаю, что там будет хороший сервис, хорошая поддержка, потому что как бы продукты от JetBrains, они обычно имеют хорошую репутацию. Да, людям нравится. Слушай, такой момент. Ты с Ruby 4 года. В любом случае какие-то вещи, ну, ты сам сказал, что ты работаешь, типа, самая низовая версия — это 2.6 на проекте. И финальная, как ты говорил, 3.2, если не ошибаюсь, да? То есть 3.1. 3.1. Да, 3.1. Мог бы ты сказать вообще, есть ли какие-то такие кардинальные изменения, то есть между этими версиями? То есть как язык улучшился? То есть что там прикольного ввели, может, даже из других языков? Там, знаешь, иногда говорят, что нам типа ввели сборщик мусора, либо там что-нибудь еще, то есть вот такие вещи. Что реально поменялось тоже в самом Ruby из версии в версии? Вот этот Макс, создатель языка, он год из года выступает с речью и говорит, что наша главная направленность — это... перформанс языка. Mm-hmm. У Ruby были определенные вопросы с многопоточностью до третьей версии. Это такой момент для обсуждения. В третьей версии они, создатели, те, кто, ребята, которые развивают язык, подумали, что надо с этим что-то делать, и запилили новый подход к многопоточности, который вроде бы как уже работает намного лучше. Мне его попробовать все еще не удалось. Ну, прошел еще только год. Все впереди. Вот. Ну, вроде бы это работает, что они придумали, и работает хорошо. А что еще интересного появляется? Стараются разработчики языка идти как-то немного за трендами. А в третьей версии добавили какой-то вид строгой типизации. Причем он такой довольно-таки необычный. И почему они обычные, это тоже все имеет смысл, а не просто потому, что мы не смогли сделать, как все. Вот. Все объясняется, и у всего есть свой смысл. Вот. Что из такого? А так, наверное, в целом, как рядовому разработчику, что на языке 2.6, что на 3.1, разницы писать особо нет. Ну, то есть ты можешь писать код так же, как ты писал там хоть на 1.9, наверное, версии, разве что... ты многое упускаешь. Фичи, такие прикольные фичи, которые можно пользоваться, они появляются не очень часто, но они появляются. И они призваны сделать твою работу проще. Uh-huh. То есть в теории ты можешь писать, ничего у тебя не поломается, но лучше читать пэч-ноуты и делать так. А такой вот вопрос уточнения. А версии между собой совместимы, несовместимы? Потому что знаешь, что вот совместимость — проблема питона есть такая. Да, у питона вроде бы там... типа второй, третий или какие-то, да, да, такие, да, разногласия. У Ruby, да, вот это как раз тот момент,
А для того, чтобы делать некоторые изменения, приходится делать так называемые breaking changes, которые ломают некоторый функционал, который раньше работал, сейчас работать не будет. Да, между 2.6 и 2.7, это именно поэтому это сделать не так просто, этот скачок, там появились breaking changes, которые надо будет чинить, если вы захотите обновиться. Вот. И раньше, насколько я знаю, вроде над 1.8 и до 2 тоже какие-то такие штуки были, но, опять же, этого момента я не застал. Тоже кануло в историю. Да, 2.6, 2.7, там точно что-то есть. Я даже когда-то читал, что-то мы с ребятами инвестигали, уже не помню, но что-то там точно было, что мешало очень просто переехать на новую версию Ruby. Слушай, так забегая вперед, мы на курсе на какой версии планируем языка работать? На финальной? То есть там 3, 3.1 условно, то есть эти будем брать? Да, да. Нет смысла трогать что-то, что через пару лет уже станет неактуальным. Давай немножко поговорим про комьюнити. Ты тоже начинал уже этот момент. Мне вообще интересно, что из себя представляет Ruby Community. Я всегда вот понимаю, что условно, наверное, если так очень утрированно, комьюнити разработчиков во всем мире делится на два типа. То есть первое — это когда язык является собственностью какой-либо корпорации. Это как C-Sharp, это как Swift, где все куется в недрах, потом это вывозится в массы. Массы говорят либо свой approve, либо disapprove, но в целом все работает в рамках тенденции корпорации. И есть ситуация, которая там характерна, например, там для Java, для Python, когда в принципе основной поток идей генерит комьюнити. И какие-то из этих вещей принимаются самим создателем языка, либо там условно назначенным директоратором этого комьюнити, что они вводят следующую версию языка. Какая ситуация с Ruby, расскажи? То есть он про что? Он про корпоративные недры, либо непосредственно про такое вот свободное хождение идей, и кто-то выносит эти идеи в массы? Как я уже говорил, Ruby — это хобби одного человека. Так что скорее это не про какие-то корпорации, это скорее про вот этого человека, который очень сильно заинтересован в том, чтобы его язык развивался и что-то делал, что-то приносил в мир. Вот. Насколько я знаю, да, есть большое количество, не знаю, как сказать, форумы или не форумы, где люди, да, общаются между собой внутри Ruby Community над тем, как бы нам, чтобы нам добавить следующий язык. И эти же люди потом это реализовывают внутри языка. Тогда будет такой вопрос про фреймворки, библиотеки. Какие самые популярные есть у Ruby? Самые популярные все-таки из библиотек — это Ruby on Rails, это даже фреймворк, я бы сказал, который используется для веб-разработки. У него есть какие-то даже конкуренты. Такой есть фреймворк Hanami, который вырос из того, что не всем нравится Rails, и люди решили, что надо делать что-то свое, и вот сделали Hanami. И есть такой еще небольшой, но это не совсем конкурент все-таки. Sinatra называется фреймворк. Он тоже используется для веб-разработки, но обычно он используется для разработки чего-то очень маленького. То есть, когда на рельсах пишут большие приложения, на Sinatra пишут какое-нибудь приложение, которое, не знаю, умеет кнопочку одну нажимать. Такое тоже временами надо. Почему? Потому что просто он намного меньше по размерам, чем рельсы, и намного проще. И для одной кнопочки его вполне хватает. Это вот самые популярные фреймворки для веб-разработки. И все остальное, что бы я ни назвал, оно так или иначе будет связано с веб-разработкой. Ну, это такое же инструментарий, который кто-то использует это, кто-то использует то. Расскажи немножко про рельсы. То есть интересна их история возникновения, когда, зачем и почему. И, ну вот, сугубо твое мнение, поскольку я так понимаю, что ты с ними тоже давно работаешь, а почему они такие классные, условно, то есть для тех, кто пишет на Ruby? История у рельсов либо не очень интересная, либо я очень интересного не знаю ничего. Где-то в начале 2000-х их создатель, работавший в одной компании, решил, что он так, давайте мы напишем, короче, рельсы и будем на них делать наш продукт. Вот, в общем, так и получилось. Они написали рельсы, начали его развивать. Потом другие компании начали эту идею подхватывать, помогать развивать. И вот мы имеем, что имеем. Что более интересно, это сам создатель рельс. Это программист издания. Но программирование — это не единственное, чем он занимается. Он еще и автогонщик.
Разносторонняя личность. Да, участвовал в большом количестве чемпионатов и имеет даже какие-то там титулы. Не знаю, чтобы не соврать, но вроде бы я читал, что он 24 часа Лимана выигрывал когда-то. Шикарно, шикарно. Вот, то есть с точки зрения истории рельса интереснее посмотреть на историю создателя. Ну, я так понимаю, что своим образом они как-то и смогли популяризировать, то есть ту технологию, которую написали. То есть они такие не просто чуваки, которые в подвале что-то написали, это потом выстрелило. То есть они такие разносторонние ребята, которые и там, и здесь, и вот, и тут. И в итоге, блин, пацаны, мы сделали то, что будет работать у всех и везде, поэтому, пожалуйста, пользуйтесь. Вот мы такие крутые. Может быть, может быть. Про сами рельсы. Почему они такие, собственно, классные? То есть насколько они вот тебе и вам облегчают вообще работу? На самом деле точно так же можно спросить, почему рельсы отвратительные. Наверное, как это будет технология. Ну, да, я люблю то, что я делаю. Рельсы действительно делают работу интересной. А чем они классные? Они классны тем, что разработка идет, мягко говоря, очень быстро. И для того, чтобы реализовать какую-то фичу, даже очень крупную фичу, команда разработчиков может потратить, ну, условно, месяц. И за месяц сделать прям очень большую фичу. Если надо сделать что-то не очень большое, то это исчисляется даже не неделями, а днями. Вот. То есть писать код на рельсах и поддерживать его очень просто. Вот. Это, наверное, главное, из-за чего рельсы стали такими популярными. Недавно видел статистику, что вот есть то ли Y-комбинатор ее выкатил, то ли что, и вот у них 50 стартапов условно-единорогов, 13 из них было написано на Ruby. То есть это где-то четверть. Но интересно не это. Интересно то, что 90% капитализации всех стартапов это эти рубишные стартапы. То есть, условно, 90% стартапов Dispersed Ruby в них вкладываются? Да. Там, нет, не так же. Вот эти 13 стартапчиков из 50, они генерируют 90% всей капитализации вот этих 50 стартапов. Сори. Вообще, насколько у рубистов далекое будущее? То есть я понимаю, что иногда сложно мыслить с категориями десятилетий, то есть, ну, ты сам сказал, что Руби хоронит уже 15 лет, до сих пор не похоронили. В чем проблема? То есть насколько еще стоит ожидать, что Руби будет в спросе? Почему так мало разработчиков? Единственное, что я могу сказать с уверенностью, это что в ближайшие 5 лет Руби не умрет. Это прямо точно. Потому что больших проектов, которые его используют, и не хотят уходить, не хотят, наверное, слэш, не могут. Это они генерируют огромное количество рабочих мест. То есть им нужны больше, больше, больше разработчиков. Вот. То есть ближайшие 5 лет вряд ли умрет, но можно сказать, что он на Ruby там остановится и будет только на поддержке. Это тоже не совсем так, потому что, как я уже говорил, Ruby оказывается очень хорош для стартапов. И огромное количество стартапов начинает писать на Рубях как раз из-за того, что писать на них очень быстро. Когда мне надо было реализовывать какие-то идеи, мне хватало выходных, чтобы реализовать какую-то идею, куда-то ее задеплоить, и она уже начинала работать. Mm-hmm. То есть да, это было не что-то огромное, но это уже было что-то рабочее, что я в одиночку за 2 дня накидал, и оно пошло уже делать свое дело. То есть Ruby прекрасен для стартапов, и, скорее всего, в ближайшее время суперсильных конкурентов тут у него не появится. Так что и для стартапов он будет популярен, а стартапы — это вот как раз-таки новые продукты, которые появляются. Стартап-культура очень живая. По логике вещей, если мы берем развитые страны, особенно такие, как Штаты, то там, в принципе, большое количество стартап-сообществ. Чего рубистов так мало-то, собственно? То есть, когда смотришь, понимаешь, что если надо на компании, особенно у нас, найти рубиста, то, не разгуляешься. Это не как поискать фронтенщика. Почему рубистов мало, уже обсуждали. Потому что им попасть в отрасль в 90% случаев – это воля случая. Давай тогда развернем немножко тему. Вообще, как ты считаешь, сложно ли новичкам вообще войти в программирование через Ruby? Дело в том, что когда приходишь в ВУЗ, то ты не начинаешь учить какой-то конкретный язык программирования с первых дней. Ты начинаешь учить так называемые методы программирования. Ну, по крайней мере, у нас
назывались они так, методы программирования назывался предмет, где мы просто учили какие-то базовые подходы, условно, какие-то циклы, ветвления, условия, ну, короче, главные постулаты, что программисты используют каждый день. Вот, и вопрос, сложно ли стать программистом, изучая Ruby, наверное, мой ответ будет, это будет намного проще, чем если ты будешь сразу учить C++, потому что ты опустишь большое количество довольно низкоуровневой и не то чтобы нужной информации для рядового программиста. Вот. Но в то же время тебе будет довольно легко выражать свои идеи в коде, потому что, ну, язык сделан так, чтобы писать код. Возможно, я просто уже думаю как программист, но я вот когда пишу, и у меня все как-то так в голове все складывается очень. Вроде бы так подумал, так написал. Логично. Все работало. Ну, это да, это эффект профдеформации, знаешь, что называется. То есть уже не с чем сравнить, потому что ты привык уже так думать. Хороший язык, или как там про Python говорят, лучший язык для того, чтобы зайти в программирование. Вот про Ruby можно сказать так, только еще в немного более высокой манере, чем для Python. Всегда, когда говоришь про какой-то язык, технологию, т.д. т.п., то есть всегда приятно понимать, какие перспективы в плане карьеры стоят за ним. То есть, условно, насколько там можно быстро вырасти из джуна в мидла, из мидла в сеньора. То есть, насколько это, скажем так, созвучно с остальными наиболее хайповыми языками и технологиями. То есть, там такой же постепенный рост. И как это выражается вообще в деньгах? То есть, сколько там может зарабатывать джун в среднем, сколько в среднем зарабатывает мидл, сколько в среднем сеньор? Я бы сказал, это очень индивидуальная такая метрика. Я вырос очень быстро. Возможно, слишком быстро. То есть я вот сколько, 4 года у меня опыта, я сейчас работаю синьор-разработчиком, уже около года я работаю синьор-разработчиком. Прям супер. У кого-то года 4 уходит для того, чтобы стать крепким медлом, у кого-то лет 8 на это может уйти до синьора. Ну, это все очень зависит. Противно, и то, как ты относишься к работе. Потому что, ну, кто-то работает по 6 часов в день, кто-то работает по 12. Ты ко второму типу относишься? Да, я отношусь ко второму типу. Возможно, это как-то влияло, не знаю. Ну, в общем, это очень ситуативно, но такой, наверное, средний рост до сеньора – это лет 5. Ну, поэтому пятилетку в 3 года, собственно, вот это твой опыт. Возможно. Ну, в среднем, наверное, да, до сеньора лет 5, 2 года джуном, 2-3 года медлом, и потом, типа, дорастают до сеньора. Вот. Что по деньгам? По деньгам Ruby золотая технология, я вот так сказал. Вот я вот подозревал, что здесь что-то не так. Точнее, наоборот, здесь все так, туда надо идти. Да, Ruby... Ну, это следствие проблемы, что мест рабочих хватает, а специалистов нет. И когда спрос, ну, если за спрос брать тех, кто для работы, спрос превышает предложение, то цены, конечно же, растут. Вот, и если говорить про абсолютные цифры, про прям про джунов, которые трени, ну, которые интерны, я не то чтобы супер осведомлен, но когда я заходил, это что-то было, ну, около 700 можно было получать прям с нуля. Ну, хорошая цифра абсолютно. Да, наверное, ничего не поменялось с тех пор, и как было 600-800, так и осталось на старте. Вот, ну, надо понимать, что это такое, это среднее, и может выходить влево, вправо от этих цен. Медлы, тут уже все намного сложнее. Разброс большой ты имеешь в виду, да, может быть? Да, большой разброс, он очень зависит от компании. Условно, кто-то медлу может платить 2000, а кто-то может и 4 платить. Mm-hmm. То есть это очень зависит от компании, но в среднем, наверное, 2500 мидл должен получать. Ну, судя по тому, что мне писали когда-то рекрутеры в LinkedIn, то, наверное, у меня такая цифра в голове и осталась. По сеньорам еще сложнее. Разброс увеличивается. Да, разброс увеличивается за счет того, что перед сеньорами стоят медлы, у которых очень большой разброс. И вот у кого-то сеньор начинается с 3000, у кого-то там с 5000 начинается.
То есть уже начало такое в нескольких компаниях, оно очень разбросано вверх. Я не рискну предполагать. Ну, то есть мы можем дойти до 10 тысяч? Думаю, где-то можно дойти больше 10 тысяч. Приятно, приятно, ничего не скажешь. Ладно, мы быстро помечтали, теперь вернемся с небес на землю. Давай тогда тоже о таком хорошем актуальном вопросе. Ты будешь преподавать у нас на курсе. Вот, мы скоро готовим к запуску первую группу. Хотелось бы вообще понимать, ты в любом случае программу видел, понимаешь, чем мы будем там обучать ребят. А как бы ты мог вынести свое суждение, насколько она созвучна рынку, насколько хорошим специалистом можно выйти после полного освоения общей программы? Ну, надо понимать, что программа — это всего лишь база. То есть много чего все равно надо будет изучать. Ну, когда будешь ходить на собеседование, будешь узнавать что-то, приходить, читать. Это такое, ну, просто IT-сфера, особенно на старте, она такая довольно необъятная. Вот. Насколько она матчится с тем, что есть на рынке, матчится довольно хорошо, ну, там довольно, так сказать, в хорошем порядке. Вроде бы идут темы, которые будем давать ребятам. Сейчас вроде бы еще общаемся мы по каким-то деталям в этой программе. Вот. Но в целом, да, надеюсь, что мы сделаем так, что будем очень плавно входить в Ruby, становиться уверенными в Ruby, потом переходить к рельсам, уверенными в рельсах, и потом все это закреплять. Супер. И использовать какие-то еще технологии около этого, которые используют все разработчики. Это тоже будет такой отдельный скоп уроков, которые будут давать. Я хочу очень заметить несколько моментов. У тебя очень интересная манера преподнесения информации. Я более чем уверен, что ребятам, которые будут обучаться в твоей группе, им будет действительно интересно у тебя постигать знания. Расскажи, чем ты вообще увлекаешься и почему ты решил прийти в преподавание? Чем я увлекаюсь? Ну, помимо 12-часовой работы, это мы уже выяснили. Я вот недавно просто это понял, что я слишком много работаю и начал искать другие увлечения. Наверное, начну все-таки с этих, с программирования. Программирование после работы я увлекаюсь спортивным программированием. Ну, дальше такое весьма, как у всех, поиграть в компьютерные игры, сходить в зал, погулять по улице, сходить покушать кафешку. Набор джентльмена. Да, весьма дефолтный набор для парня моего возраста, наверное. Как я решил прийти попреподавать? Мне вообще всегда, наверное, хотелось попреподавать, но идти на учителя, я бы сказал, не хотелось по весьма объективным причинам. Когда вот был в ВУЗе, временами такой, блин, ну классно и рассказывает, вот, надо бы когда-то попробовать. И просто всегда в голове сидела идея, что хочется попробовать рассказать что-то более молодым ребятам. А сейчас это желание еще подкрепляется и тем, что наконец-то есть что рассказать. А потом ко мне пришел рекрутер PitchMeSkills в LinkedIn и сказал, давай попреподаем. И я сказал, ну погнали. Что тебе могу сказать? Тогда погнали. Мне с тобой сегодня понравился вообще наш диалог. Очень классно, очень развернуто и, самое главное, понятно. То есть, ну, я, скажем так, всегда, когда мы разговариваем на технические темы, у меня немножко есть такое чувство, что я хочу, чтобы собеседник максимально понятно изъяснялся по топику, потому что я все-таки больше гуманитарий. И понятно, что ребята, которые будут смотреть видео, они тоже по большей части только хотят познакомиться с технологией, но на самом деле все очень просто, все очень понятно. Тебе удачи, остаемся на связи. Спасибо. Пока. Ребят, большое спасибо, что посмотрели данное видео. Я надеюсь, что в данном ролике мы максимально показали вам с открытой стороны, что за язык программирования Ruby и фреймворк Ruby on Rails. Также ссылка на наш курс Ruby разработчик будет находиться ниже. Это наш новый продукт. Ознакомьтесь с программой. Курс достаточно насыщенный. Мы ждем ваши комментарии, оставляйте ваши лайки, пожелания. И мы еще увидимся. Пока.